Кубань – это единственный регион в Южном федеральном округе, на территории которого работают общественные самоуправления. Созданы они несколько лет назад и уже получили высокую оценку. ТОС аккумулирует проблемы микрорайонов и озвучивает первостепенные задачи, связанные с благоустройством, общественной безопасностью и социальной работой. Работа, которая проводится территориальным местным самоуправлением для органов власти, для администрации всех районов, я уверен, Краснодарского края, это очень важный вопрос. Сегодня местное самоуправление непосредственно в нашем муниципальном образовании, мы видим, работает очень эффективно. Это не оценка власти и депутатов городской думы, но и об этом и власти, и депутаты городской думы говорят, что это эффективная работа. Но самое главное – это оценка населения города Армавир. Армавир стал площадкой для диалога руководителей ТОС четырех районов. В актовом зале администрации собрались активисты самоуправления из Новокубанска, Мостовского и Успенского районов. Каждое муниципальное образование представило деятельность своих общественников. Любовь Мешкова, председатель ТОС Первомайский Новокубанского района, отметила то, что в территориальные самоуправления поверили сами жители. Они видят, что власти исполняют наказы, и такие проблемы, как ремонт дорог или замена освещения, перестали быть глобальными. Многие уверены, что могут сделать район, поселок, в котором проживают их семьи, все прекраснее и комфортнее. Граждане стали чаще задуматься о своих возможностях и потребностях, в результате чего в их умах созревают толковые идеи, грамотные предложения и перспективные программы. Руководитель ТОС Псибайский Мостовского района отметила огромную роль общественников в реализации социальных программ. Оказывается, помощь пожилым людям, ветеранам, малоимущим семьям. Армавир рассказал о новых формах работы. Помимо привычного сбора проблемных вопросов, в нашем городе активисты ТОС расширяют свои функции и полномочия. Из новых форм работы в 2014 году следует отметить. Это участие руководителей ТОС в работе Совета профилактики по месту жительства, участие председателей квартальных комитетов, заседаниях административной комиссии, использование фото- и видеоматериалов о деятельности ТОС с целью распространения передовых методов работы представителей общественности с населением, участие в мониторинге цен на продукты питания и участие в социологических опросах населения. Армавирские ТОСовцы рассказали десяток историй, когда благодаря неравнодушной общественной позиции удается не только решать общегородские проблемы, но и спасать судьбы тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Отдельно на форуме отметили большую поддержку краевых властей. Ежегодно проводятся конкурсы на лучший ТОС. Помощников муниципальной власти отмечают грамотами и денежными вознаграждениями, которые тратятся на благоустройство территорий. В рамках форума руководители ТОС из соседних районов станут участниками экскурсии по Армавиру и посетят совхоз декоративных культур. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.